цвета железной руды в хрустальных ручьях. Так же искажена для взгляда, как и сквозь толщу воды, цвета закатных перьев грифона, дымка в осенних лучах. Так же обманчиво для моих пальцев, разве можно к ней прикоснуться? Сталь твоей чешуи, дракон. Сталь твоей чешуи. Сталь твоей чешуи, дракон. Дракон. Сталь твоей. Птица! Ты что натворил, петух несчастный? Рэй, что это грохнулось? Моя магнитола. О, сочувствую, друг. Вот как? Круговую со звуком. Начало обнадеживает. Возможно, мы не зря потащились в такую даль. По крайней мере, обстановка бодрит. Снято. Вот так и живем. Да-да, я понимаю. Хочешь к нам надолго — привыкай. Thank you.
Ну как местечко, сновидец ты наш? Выглядит мило, но мы найдем конца на эти посты. Йоу, крылатый, а я тут полекал немножко и нашел базу местных. Ну как там корабль Хабу? То материка доплывет? Корабль надежнее, чем выглядит, я тебе точно говорю, точно. Что-то не верится. Так приплыли, так и вернемся, хвостом клянусь, все будет хорошо. А тебя вся надежда, друг. Значит, так. Мы еще никогда не работали в столь диких местах. Техника безопасности превыше всего. Крис, тебя особенно касается. Никаких фокусов. Ясно? Тут водятся смертельно опасные звери, а плыть до материка трое суток. Правхакур останется следить за кораблем и будет записывать аудио с наших микрофонов. Хаку, сиди в машине и следи за местностью по мониторам. Чуть что? Вызывай нас моментально. Всем понятно? Ясно, босс. Окей. Принято. Пора выдвигаться. Мерзкое место. Не зря мы сюда тащились. Хе. Не понял? Что за
Эй, эй! Эй, там! Тактила, тебе не кажется, что будь внутри хоть кто-нибудь, он услышал бы с первого раза? Не умничай! Я грохочу! Услышат, где бы они ни были! Эй! Есть кто живой? Можешь не искать. Эван, хозяева пожаловали. Колорит, колорит-то какой! Рэй, быстро! Скажи им, чтобы снова пролетели на пони солнца, ладно? Скажу. Отлично! Аку, прием, как ты там? Вытаскивай ресивер, готовься записывать. Проверка. Раз, раз, раз. Прием. Есть. Йо, проверка. Раз, раз, раз. Два, два, два. Клянусь, отличный звук. Отлично. Бунов? А я уж решил, к нам опять зянки пожаловали. Зянки? Ну, эти зеленые, двинутые. Кадив там, парцуны, что ли? Отец говорит о защитниках природы. Они сюда за реками чуть ли не каждый месяц. Даже вчера видели парочку. Знакомьтесь, да. Мой младшенький, Синдри, помощник. Это он уговорил вам позвонить. Битых полгода упрашивал. Я-то не больно общительный. А почему зянки? Да обезьян спасает. Очень приятно.
друзья, наденьте микрофоны, пожалуйста. А чего они такие огромные? А в других выпусках программы микрофоны у вас были маленькие. Это особые мегафоны. Их носят колонисты на Марсе. Их радиус действия 100 километров. А звук они передают прямо по рогу через костную проводимость. Батарейки хватает на месяц, а еще в них встроенный трекер. Если что-то случится с колонистом, его всегда можно найти. Вау, техника с Марса. Так хорошо? Не щекотно? Норма. Похоже на марсианского колониста. Ты лучший исследователь космоса в Солнечной системе. Крис, я сканяю владельца штативом и второй камерой. Только поскорее возвращайся. Одно крыло там, другое здесь. Гуннар, не сочтите за труд. Дайте-ка сынам еще один круг над горами и снова пролетите, как раньше, над самой кромкой деревьев. Мы заснимем. Зачем? Чтобы смонтировать. Передача снимается непоследовательно. Вначале мы делаем пролеты и панорамы, набираем видеоматериал. Затем интервью, комментарии, постановочная часть. А в самом конце — натурные и специальные съемки. В студии все монтируется как надо. Ну ладно, а вам лучше знать. Синди, на крыло. Привет, друзья! С вами Трис Прайд. И добро пожаловать на юбилейный 200-й выпуск программы «Замарайка хвост». Для отшельников, не включавших телевизор последние годы, напоминаю, что вы смотрите самое популярное шоу канала «Природа», где
где мы показываем наиболее жуткие, грязные, опасные и вредные для здоровья профессии, еще сохранившиеся на Земле. Да не просто показываем, а и примеряем на себя. Вернее, на меня одного. Других любителей пачкать хвосты в студии не нашлось. Снят. Папа, ты забыл снять разрядники. Так, якорь Спрайт, явно с вами, да еще и выпуск юбилейный. По такому случаю мы решили устроить сюрприз. Сегодняшняя передача будет целиком посвящена всего одной, зато самой удивительной, самой редкой и, не побоюсь этого слова, самой-самой грязной работе, о которой мне доводилось слышать. Знакомьтесь, отец и сын Торхилды, представители одного из древнейших колен Северной Урти. Прямые потомки легендарного истребителя людей Олли Торхилда по прозвищу Краснорубки. В их клане уже тысячи лет передается уникальная и единственная в своем роде профессия – охотник на человека. Егер, мы смотрители заповедника, не охотники. Егер, как егер. Онар, когда ты позвонил в студию, я долго сомневался, стоит еще доехать. Но ты был весьма убедителен. Давай-ка, расскажи зрителям, почему ваша работа заслуживает титула самой грязной? Ну, так сразу и не объяснишь. За простыми зверями смотреть, оно и так не самое чистое занятие. А уж за людьми? Тут порой такое бывает. Например? Люди хитрые и злобные твари. Вечно на рогату драть с острова или устроить нам пакость. Часто рвут нейротические изгороди и устраивают засады, когда мы летим их чинить. Еще они мусорят и гадят повсюду. А уж простых животных истребляют пачками, просто со злобой. Мы ведь людей подкармливаем, нужды в охоте никакой. Иной раз летишь над прогалиной и видишь десяток ободранных туш. Олени, лоси, туры. Убивают, шкуры снимают, а мясо так и бросают гнить. Крылья опускаются прямо. Но хуже всего кряс. Более грязных зверей на земле не сыскать, голову дам на отсечение. От любого гнезда на километры несет такой вонью, что в центральные районы острова без носовых фингеров лучше не летать. Можно на месяц нюха лишиться. Люди ведь не как другие звери. Те в логовах никогда не гадят. Находят местечко в лесу и... А люди вокруг швых белок копают ямы. И пока не заполнится, все гнездо туда гадит. Потом роют следующую. Что странного, что болеют часто при такой-то чистоплотности. Вон, полгода назад в центральном гнездовье разыгралась чума. Нам пришлось обработать усыпляющим газом всю местность. И 10 дней, да. 10 дней на вездеходах вывозить понет, пока ветеринары с материка вакцинировали каждую тварь. Думаете, тем все и кончилось? Как бы не так. Понаехали эксперты, и мы целую неделю рылись в этом понятии, чтобы узнать причину болезни. Месяц назад генетики позвонили. Сказали, надо скрестить дочь доминантного самца с носителем другой линии. А когда Синда отправился за самкой, на него набросилось целое стадо бродячих. Бродячие?
самый опасный подвиг. У людей стаек. Сложная иерархия. Ходячие – это особи воины, как у муравьёв. Но, в отличие от насекомых, у людей воины не рыщут в поисках добычи, а просто бродят от гнезда до гнезда, нападая на любого хищника, особенно на нас. Нападают на хищников? Ого! Точно как в сказках. Людей ни один этолог не понимает. Чем опаснее противник, тем с большей охотой бродячие за ним гоняются. Мимо волка, скажем, каждый второй спокойно проедет. А вот если меня заметят, или особенно отца, так просто с ума сходят. Орут и кидаются в атаку со своими палками. Кабы не мы, бродячие давно бы вымерли. Мы их отлавливаем и помечаем радиомаркерами. Но некоторые умудряются избавиться от метки. На меня как раз такие набросились. Изрезали ему всю перепонку. Хорошо, я поблизости был. Но это цветочки. Настоящее веселье начинается, когда прилетают ученые. Им подавать только лучшие образцы. А люди фантастически могут прятаться. Иногда ползаешь в их издольях весь день, роешься в берлогах, тонешь в грязи по самые рога. Да так нет, ну ты не швелся и не ловишь. А уж вскоре поймал, тут зянки в тебя вцепляются мертвой хваткой. Этого нельзя, того нельзя. За ноги не держи, опасно для животного. А попробуй его иначе поднять, кусаются гады. Пальнул лося под стаи отделить – хорошая мысль. Но заикнись ее потом зарезать – взволит, как сово болотное. Закон такой-то, поправка такая-то. Когтями нельзя, только электрошок. Тьфу! Йоу, я слыхал, раньше людей пытались есть, но вкус у мяса был слишком ужасен. Вообще они бесполезные твари. Только и умеют плодиться, как лягушки. А нам разбор приходится обрабатывать газом присутствов, почить под подголовье и слать на материк отчет о составе популяции. И ведь их год от года все больше. В прошлый раз мы с Синдри насчитали аж 9000. Послали запрос в совет кланов, чтобы разрешили отстрел. Иначе в заповедник скоро ни одного зверя, кроме человека, не останется. Но получили отказ. Люди, мол, внесены в белую книгу, охота строго запрещена, а местоносцев много. Какой-то пошилец рассчитал у себя в кабинете, что заповедник способен прокормить 20 тысяч человек. И пока их не станет больше, запрет на отстрел сохранится. А как нам прокормить 20 тысяч, если еще приходится раз в месяц тоннами заводить в центральное гнездо подкормку? Иначе ведь дохнут с голоду, как клопы. Но нет, что вы, в биосфере требуется разнообразие. Как по мне, без людей земля уж щака не оскудеет. Это вырежем. Что ж, звучит весьма мерзко. Возможно, мы наконец отыскали самую грязную работу на свете. Оставайтесь с нами. После паузы вас ожидает экскурсия в человечье гнездо, уборка помета, отлов доминантной самки и даже, если повезет, схватка с бродячей особью воином. Снято. Отличное начало, спасибо. Хангадите благодарить. После серии о гастроэнтерологах я не боюсь ничего. Знали бы вы, чем иногда приходится заниматься в шоу-бизнесе. Мы знаем. Мы все ваши выпуски смотрели. Правда? А еще, мы не будем терять времени. Для следующей сценки нам потребуется один живой человек, лучший самец, чтобы выглядел агрессивно. И обязательно в этих, как их, доспехах. Легко, но... У вас есть право на отлов, если зянки узнают? Мы не причиним зверю вреда. Он нужен для познавательной лекции. Прежде чем отправляться по гнездовьям, мы должны объяснить зрителям, что из себя представляют люди, кратко поведать историю наших видов. Да кому это интересно-то? Мне. Зря я, по-вашему, нанимаю консультантов. Я понимаю. Давай-давай. Гуннар, а вы, если не трудно, облетите с нашим оператором самые мерзкие и унылые места в округе. Пусть наберет материал.
Долго искать не придется.